Всем привет! Сегодня у нас 320 BMW. Проблема загорелась лампочка аирбака. Ошибка не удаляется. Ошибку показывает на переднее сиденье, на водительское. Вот. Тем самым не срабатывает датчик на рядом с водителем, если ты едешь не пристегнут. Вот. Так как Зихерунг мне не удалось найти на том месте, где он должен быть, его там вообще нету. Вот. Решил посмотреть здесь под сиденьем. И так как здесь сиденье очень низко находится, и задние пассажиры ездят туда ногами, залазят, получился такой обрывчик. Ну, в общем, вот этот кабелек, вот он, отсоединился, да, его очень легко зацепить ногой и отсоединить. Вот, сейчас все подключу, на место поставлю, и аирбак у нас больше гореть не будет. В этом и вся проблема. Знаешь, ребята, не горите порячку. По сервисам кататься, проверяйте сразу под сиденьями кабеля на обрыв. Все, всем пока.